Беру ДД. Икро всех убил. Беру уже даже не это. Не забудьте мне напомнить, чтобы я рец отключил. Случайно нажать могу. Случайно, а потом... Что это было? Не забудьте, чтобы я рец отключил. А ты не сможешь. Ты не сможешь его завязать. Я что-то... Мультики, да ладно. Да и даже случайно не сможешь, он отключен на серваке. А ты не сможешь. Ой, господи, я слышу себя. Кто-то запустил стрим. Что это у меня... Это я открыл стрим Майнда на фулку, оказывается, а он подрубил. А, я смотрю, там с опозданием что-то, я слышу все. Угу. Я потерял тайминг ДД. Ну вот, Майд во всем виноват. Блин. Да? На 3 секунды позже взял ДД и все. Приходится отбирать силой. Вот так вот. Нормально. Я стрелял в забивалки, но попал в тебя. Что-то по времени. Да блин. Бегает челик. Фидит кого-то. А из Адрена что будет? Только буст и этот самый спид? Все будет, кроме Ресса. А-а-а. Сколько времени? Уже 6 минут прошло. Там вроде 9 было. 8. Валера, ДДМ один. А! Забивалки с густом и ДД. Офигели что ли? Две лайты дал, он живет. Нормально. А ему зеппия! Мультикил. Попасть? Я даже знаю у кого. Вернуться? А, ну он, наверное, там в мясе все время бегает на шоке флаке. Память во все щели. Пока я там за лайтой какой-нибудь бегаю. Ну, он сейчас еще всех обгонит. Так уж. Игорь спрашивает, 3 на 3 ты поиграешь? Блин, отойдите. Юзер 666 пишет, меня берите. Чего меня пишет? Это нормально, чем? Его на замену? Юзер, это второй круг, это круто. Это юзер, вообще он крутой. Но я не знаю, правда, что у него спиндом, но он... Он реально круто играет. По крайней мере, в Ассор. Блин, ну там же мистер Крау, зачем ты в меня стреляешь, челик?
как там с густом бегает. Его и бей. Меня не трогай. Да я не сказал, его бей, а не меня, блин. Я кого вижу, туда стреляю. Чего? О, я на последнем месте. Так. А, нет, не на последнем. На предпоследнем. Тикс, какой... На какой сервер теперь заходим? Да, какой сервак? Мы сидим на сервере на каком-то PG1, по-моему. Думаю, так быстро мы не найдем уже никого. Пишет Ридель. Ну пусть это, юзеры. Я не знаю, пусть юзеры берут, посмотрим. Ну юзеры так жестко. Не, ну как хотите, конечно. Если он четвертый круг, то это, блин. Так. Смотри, какой у него будет пинг. Если у него пинг будет там под 70, то это так себе. Google Chrome такой лагучий, ё-моё. Ну не знаю, у меня Google Chrome вообще летает по сравнению со всеми остальными браузерами. Так. Кто вообще есть в последних пиках? Лия, Расти, Хром, Фест, Чонг, Лорика. Ну, Чонг по-любому уже должен быть где-то онлайн. А я в последнем пике? Эмпатии, Ультра, Спуки, Мистер Фанк. Ну, хотя да. Не может быть, чтобы никого не было в пятницу-то вечером под ассолт. Так, ну, он Спуки, например, какой-нибудь сидит же. Ну, не знаю, на прошлой неделе в ассолт только в пятницу удалось вообще собраться. В субботу-воскресенье вообще никого не было. Вон, Расти в сети есть. Расти, Спуки. И все, по-моему, больше никого не вижу. Кто это такой? Кеннон. Кенни. Из запаса вроде. Чел. Кенни МС. Это задрот. Ну, на Атаме его видел часто, но не помню, как он играет. Чонга-то нету? На серваке каком-нибудь. Какие вообще все пустые серваки? Да на серваке вряд ли. Сейчас в скайпе посмотрю, есть он. А че почем? Активен несколько дней назад, понятно. Юзер пишет, нет Чонга. Ну да, нету. Вон, Спуки что-то пишет в чат. Можно на одну карту в одну тему, а потом махнуться четвертыми пиками. Предложите, чё? Не вижу. Крова, Валера, Забивалки. О них вообще разговаривает кто-нибудь? Вон, Спуки вроде согласен. Ну, Визер Пинг 80, это, конечно, не очень. Ну,
Нормально. Наверное. Валера так и хочет 3 на 3 сыграть. Ну, я хочу нормально по ППРу соревноваться с топчиком. Для этого надо 4 на 4. Может, он хочет ППР поднять. А они хотят, наверное, какие-то шансы без эмпати половить. А эмпати что, типа такой... Ну, не типа знаю. Ну, что ли? Ну, соло, как... типа, в нашей тиме нормально тащит. Ну, я типа предлагаю, чтобы вы поменялись одну карту. Альдер с нами, а другое спуки. Я не хочу так. Да а что, прикольно получится. Ну, прикольно. Никаких плюсов от замены-то не будет. Ну, можно попробовать. Ну сколько так. Игра? 3 игры? Ну, 2 карты, если все пойдет по плану, и мы быстренько сольем. Или выиграем. Можно нам вот эту сыграть карту? Можно. Да. Надо обдумать стратегию. Вы не против? Против кого что брать. Надо подумать. 9 карт есть. Не, ну решать вам-то в любом случае. Оставить какой-нибудь ранкинг камп на основу, на самых жестких, типа Роя и Кроу не любит и Смола. Кампграунд. Можно карту пикать за этот. Во. Что ты пропадаешь, может, тебя... Включивает войс. Угу. Включивает немножко. Может, это они возьмут Вайстон. Случайно проводил на самом деле. Поэтому она тут стоит. Так, пойду правила смотреть. Что я там писал? Если команды... По-моему, что-то типа, если команда принципиально, то надо кому-то третьему говорить. Так. Майк, напиши, мы первые спросили. Какая в Альтабе. Так. Каждая, а? Не, ничего я не писал. А, все карты, это на плей-офф. Ну, короче, да, как обычно, мощной все решается. Он пусть Майнд кидает монетку, как незаинтересованное лицо. Майнд может монетку. А куда Спуки вышел? Или кто там вышел? А, Забивалкин вышел. Так. Е, мы выиграли. Куда Спуки делся? А, это не Спуки делся, это... Ты Забивалкин, да. Только что сказал я об этом. О, говоришь, не любят. Именно говорить карту. А, это так. Мы выбрали. А там можно 2 кампа сыграть. Да? Ну... Ну, если они выбрали камп, мы же можем что-нибудь другое выбрать. Не, я понимаю, я про то, что там написано, что типа 2 карты... Ну, можно, быть, можно. Можно. Камп против... Так, кто у них? Ригель, Кроу, Заби,
пуки. Камп это то, что сейчас играет. Ну давай Вайстон, наверное, возьмем. Че, мне все равно на самом деле, по большому счету. Мне тоже все равно. Потому что расстояния большие. Так, синенькую, да? Или в красненькую, все равно. Лучше в синюю. Как по мне, лучше в синюю. Мне проще. Ну-ка, у меня тут настроено это. Цвета. Команда, то спуки ходят куда-то. Теперь забивалки. Так, май... Так, где... Мы или что, обрываемся там куда-нибудь? Я что-то не вижу этого. Чтобы они сидели в Дискорд-канале, чтобы Майнда, если что, к ним перекинуть. Будут нас палить, наверное, две карты. Они, когда? Может, не в ТС-ке там или Skype сидят. Хотя... Какой-нибудь не КТФ. Хотя не знаю, я насколько... Да помню, он в Дискорде написал уже, что типа, спуки, заходи к нам в Дискорд. Что-то там. Поехали. Все, да? Не знаю, по-моему, Кроу не говорящий точно. Забивалкин, по-моему, тоже. По крайней мере, раньше так. Да, Мальк, смени ник на нормальный, знаю, и Альдер вообще тоже. А это принципиально? Да, это принципиально. Сетнейм в консольчике. Только Рэдди не жмите, пожалуйста. А уже, блин, нажали. О, сейчас. Мы что, вместе будем бегать или как? Я думал, не прицепляем. Ну, желательно там вместе занимать верха, ну, по ситуации. Мне желательно с кем-нибудь держаться рядом. Не изменилось. А я тоже нажал. А, наверное, потому что пауза. Ну, потом, по идее, должен. Ну, не знаю, ну, попробуй через Escape. Ты же в этом. А, нет, я... настройки нормально написано. Это, наверное, из-за паузы. Это, наверное, из-за паузы, да. Че, погнали? Да, нормально. Они на лете втроем. Не вижу. Одному дал, ладно. Один внизу. На Рокте кто? Наш Рокет. Альвер попал, Ригель. Ригель 40 хп. На Рокете. Там спуки слабый. Ой, на сотке. Тихо, тихо. Минус Заби. Один на лайте до сих пор? Ну, Вайта и лестница. Он слабый. На Рокете вроде, да? Я не видел. Блин, он слабый должен быть. Я там в него всадил. Где я? А. Блин, в Мальду уперся. Там на сотке один. Один. Кому-то 70, не понял кому. Двое мост. Я отдаю позицию. Хан, у тебя с чем будут сейчас люди. Понял.
Один на ДД. Блин, может держать, жестко держать. На флаге 70 кому-то. Да, на мосту. Флаг двое. Ай. Хорошо, по тактике вниз не падаем. Лайта и мост надо задержать. Они сейчас нас просто выбили, потому что... Потому что я не вовремя упал, и все втроем были упали вниз. Один на флаге. И ДД, и шока. Меня толкнули шок, и я умер. Сучка. Один на мосту. Трое. Хан, нужна твоя помощь, чтобы ты танчил. На мосту, я на лайте. Один на мосту, один на флаг. Оба, блин, все. Полтинники один. Оба полтос. У него 40, наверное. Блять. Сучка. 20 вообще. Я рокет держу. Один вроде на лайту пытается пробежать. Один на минике. Один на ДД. На полтиннике один. Да, блин, ты задолбал флеймспун. Ай. На рокете кроу. На лестнице стоит. На флаке один. Блять, как... Рокет. Есть Адриан, но что-то как-то не хочется. Хедшот, у них Адриан на лайте. Блять. Забивалкин 60. Давай, отжирайся! Тихо. Один рокет. Угу. Не дождь. Ты выдаешь меня. Ладно, постараюсь. Все, не дождь. Вот он. Он падает на центр, мид. Блять. Блин, у него вепон кончился, походу. Хорош. Блин, у меня самая большая меткость и два поинта. Как-то очень сложно. Так, я мост отбиваю. Один на флаке. На болтосе. Мост чист. Риет 70. Минус. На шоке. На лесенке у шоке. Да, там двое. И один на флаке. Оба, два флака. Ну еще по низам все. На полтиннике. На флаке два.
Нашел тебя. Он поднялся. One minute remains. Набью. Или что там? Вижу. Ай-яй-яй. Где он? На шоке. На мост идет. 20 seconds. Red team takes the lead. Ах ты. Что ж так не везет? Блин, да я там запорол, все же нормально. Хорош, на лесенке два. Блять, какой лесенке? На шоке, блин. Фака. На шоке и на мосту. На мосту осталось. Флаки минус. Когда? А, мы все с одной стороны, да? Да лол, ну! Ой. У него буст. Пусть кто-то включил. Я надеюсь, это дыр-дыр? Что? Кто включил? One minute remains. Killing spree. По сотке он. Но он даже видел тебя, бля. Сучка. Мальт. Что за 4 очка, 0.6? Я не говорю, у меня что-то пролагивает, что ли? Я не могу попасть просто. Вот. Я вон ту занял. На платье. Там что-то на шоке, какая-то задница. Воу. Он на минике, на шоке. Шок на лестнице. Блять. На флаку ушел. Нет, не ушел. Да блин, добейте его уже, блядь! Тихо ты, ну. Ты умер же. Простите. Ой, я двоих убил. Ура! Блин, ну, блин, от одного листа. Ну, потому что мне комбу на 150 дал. Деферную. Да, блядь. На полтиннике. И там тоже буск, что у кого-то. Да, блядь. У них два или один? У них, по-моему, два буста, что ли, ё? У нас бусты. Ну, буст у меня. Это что за комбо прилетело? Откуда? Я ещё не помню, как он так меня обошел. Я сейчас буду... Я расшанул с инвизом. Давайте. Блять.
лишнего, лайта. Отлично. Попадаю пока. На лестнице возле лайты. На шоке есть. Ригель нормально просадил. Кролл инвиз. Да, кролл инвиз. Двое шфака. Трое инвиз. Сука, инвизная хура. Как я ненавижу. Я знаю, что он будет вот там. One minute remains. Blue team scores. Хорош. Мне тоже вынавить, что ли, пойти, наверное, надо. Идите. Где ты? Из Плотоса? Да. Один рокет. Лайта один. Один мост. Рокет, мост. Двое мост. Спрыгнул. Сучка. Хорошо. Где последний мост? Рокет. На рокете. Минус 70. На 100. Где? Там чуть-чуть. На шоке. Боевший команду перебил, да я вообще прям с инвиза зашел, нормально. Ну утащить начал. Хорошо было. Мне кажется, бустер мне бесполезен вообще в принципе, потому что я не попадаю, блин. На био, короче, возле полтинника. Угу. Био и полтинник это вообще... Я перепутал. Или там линк? Ой, господи, линк. Линк, конечно. Сзади зашел, не спрыгнули вниз. Ого. Ай. Сзади один пытается пройти. На мосту. Прыгнул. Сколько буст? Один буст. На рокете, наверное. На шоке буст. Не мало, у него минус 90 было. Один есть там. На шок пошел. Хорошо.
Ему две лайты после буста. На лайту уже. А это ты? Покет. Перекрывает, а? Но он там очень слабый должен быть. Что, ты всех убил, да? Не знаю. Но я Дрен засейвил с самого начала раунда, я пойду рашону. Стомбы не замыкаю. По лестнице один. На лайте двое. Двое на лайте по-прежнему. Тут попади, блин. Блин, ну рука не слушается. Ну на флаке две. На флаке двое. На шоке. Заби две шоки дал. Блин. На флеке и на шоке, да. Оба. Шок. Мид. Он на сотку куда-то ушел. А, нет, на флеке, да. О, хорош. Так, что мы там Вестон? Сыгрался. Ой, я даже Хан обыграл. Да я что-то да тоже косой. Там пол игры сидел с четырьмя очками, потом разошелся. Я просто в Unreal давно не играл, поэтому отвык вообще. Да, ты там давал фору, разыгрывался там. Ну что, мне переходить сейчас? Ну давайте за красненьких теперь. А, не, они сами идут в крас. У них 10-7 было или что такое? 10-5. Они до 5 догнали счет, а потом... Мы потом взяли несколько подряд каким-то чудом. А потом 10-5 сразу. Что, у нас каждый раунд инвиз был, да? Что, теми же составами играем? Ну да. Я не знаю, где тут какое оружие, но мне эта карта больше нравится. А как тут ориентироваться, я тоже не знаю. Вообще не видел ни разу. Да, я эту карту обожаю просто. На, вот Влади еще один. Так, один сзади там прыгнул на джампаде один. Он опять прыгнул. Ты где? Он после джампа в центре. Может сзади зайти? Нет, там. Сука, вымоганер херов. Гореть тебе в аду.
Сзади. Нет, нет, все правильно, Альдрой Фрол. Он тоже коцатый. 20 секунд. Блять, кривой, сука! А, не коцый. Ни хрена себе коцый. А, что-то кровь у него есть, типа. Комбо не замкнул. Там двое, в скуке 65. Пада высокого. Чё там один? Где Ригель умер? Вниз прыгнул. На меду. Ой, попал в флаг из меня. На этой карте ориентироваться. Точнее, инфу давать, инфу давать. Там двое. Альдер, давай назад. Я пытаюсь. Тихо, меня не зацепить только. Ага. Блин. Умало. Крайне нет. Двое внизу там. У меня 200 было, я просто отдался на комбу. Там спуки играть начал. Ригель минус 70. Ригель чё? 60 у него. А у Заби, кстати, там 40, что ли? Или 90... 80. Пришок я ему давал. Он там... Ой, внизу, внизу, внизу. Я в инвиз. Хотя... Нет, я, наверное, засыплю. Блять, прости. Я Мальту убил. Четыре начинается. Вот джампада. Не ходи туда, там двое. Ходит. Там двое стоят, целят. Там в дальнем углу, короче. О, минус 140. Бруст.
Где-то здесь кол. А убили все, вот. Вот там тут только одна падает. Ой-ой-ой. Я вообще не могу попасть. Только с ломагана. Да я комбу слаю. Мало обоих. Блин. Там слева, слева. Он там слева, а, слева, да, 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 да. Где лифт, там он. А. 30 seconds left. А, нет, этого немало. 20 seconds. Blue team. Фух. Сейчас бы. Да-да-да. 3, 2, 1. Ой, сори. Блять. Жиги тут тоннельчики. Ага. Кросс минус 70. Давай гони их, гони. Ты тупо убегает. Блин, забить. 70 минус. Да, минус его. Да, блин. Короче, Ригель вроде минус 9. Маль, там... А. Ты инвиз, чтобы убить спутник и потерять все хп. У него мало, но у него буст. У меня есть одарен. Он внизу на лифте, на джемпаде. Ой, тоже что ли? Нормально. Иди убивай его, Альдер. Если что, я бустану. Он все там же примерно, где на лифте там, в том районе. С вами, блять, сука. Мой первый адрен, по-моему. Сейвил, я его сейвил. Вот.
Воу-воу-воу, полегче такими. Он оттуда не вылезет. Вылезет. А, вылез. Ёп. Тихо. Ты там прям вообще веселый, флудишь. Я всегда веселый. Все, молчу. Да ну! Сжимают, суки, со всех сторон. Включите рез, а. Ну иди в инвиз следующий раунд. Red team scores. Вообще что-то не попасть шик. Где ты? Пойдешь? Инвиз. Че ты за мной идешь? Ну прям сразу, что ли? Ну а когда? Когда у нас вся тима кончится? Окей. В районе зампада двое или трое даже. Я что-то так не понял, попал я по кому-нибудь или нет. Блин, мой фраг. Сори, но я... Около центрального лифта. А где здесь центральный лифт? От стеночек? Там, по идее, всегда гасится, что такое выстрел вроде. Сзади. Дерзко. Хо-лол. Блять. Я ничего не попал за раунд. Там один, осторожно. А у них буст есть? Иду на кол. Там внизу еще один. 60. Ригель минус 70, да. Но у него буст. Внизу бегает. Кол буст. Ай. Отлично. Последний раунд. Я буду использовать. Блять. Туннель холл. Блять. Блять, еще по своему попал. Кроу, у меня 4 шоки подряд попал. Отлично.
Прикольный раунд получился. Ничего прикольного. Ну ладно, все теперь. Все. Спасибо за игру. Теперь я не знаю, кто у нас следующий и когда мы будем. Альдер, если что, не теряйся.